Зачем прыгать, если можно делать? Аккуратненько. Главное, алмазы. Лестница. Ой. Ребят. Ну все, можно обустраивать жителей тут. Ой, ребята, давайте. Короче, ребят, я уже запутался. Ой. Вау, ребят, там вода. Тут такая, блин. Где она? Летучая мышь. Противная. А ну иди сюда. Да, вот сюда вот. Иди к бате. Вот тебе. Ишь, разлеталась тут. Самое важное наше. Первый посетитель. Все, ребята, обустраиваем. Тут, ребят, осталось. Тут вот кровати сделаны для жителей. Кстати, о кроватях. Вот кровать ставим. Что-то она не ставится, блин. Что, кругами это? На. И ачивку дали. Все, ребят, можно спавнить жителей. Извиняюсь. Потише, а? Чё? Не дорос? Бармороз. Пусть они там живут-поживают. А я, пожалуй, буду искать. Подожди, ты мне нужен. Чё,
уничтожим. Так. Титан. Упс. Да блин. Хватит у меня тут тусить. Да блин! Че я вас, блин? Че зыришь? Через два паука они точно не перелезут. Так, ща мы возьмем компостниц и посмотрим, кто теперь будет батя. Так, компостница. Сейчас компостницы я не навидал. Может здесь? Не, компостницы нет. Компостница. Ай, ладно, зачем вы мне нужны? Шуч. Ой, ребят. Вот вам. Так, ребят. Не надо. Ребят, мне сейчас реально страшно. Потому что я не знаю, где я. Так. Тут у меня комната жить. Тут я пошел дальше. Тут я заблокировался. Ребят, так еще страшнее. Ребят, мне сейчас очень страшно. Тут эти не вариант. Откуда я вообще пришел? Вот спуск. И тупик. Блин. Где? Где я? Ребят, кто помнит? Сейчас очень напуган. Нет. Слышу звук скелета.
тоже так говорю. Жители, может... У вас тут есть какой-нибудь тайник? Вот тут я иду, ребят. Иду и оп. Туда вот нельзя. Сейчас, ребят, главное выкопаться. О, вижу что-то. Нет, это не выход. Овер. Ура! Ребята! Наконец выбрались оттуда. Фух. Так, кролики. Так, вот это ущелье я помню. Что-то где-то рядом мой подземный домик. Фух, ребята, вот так на. Ладно, ребят, слетаю на высоту метр. Сейчас будем искать мой домик. Ой, я чую выше облаку. Так. Вон он, мой домик. Фух. Ну, наконец. Пап, я нашел свой домик. И выбрался из огромного подземелья. Ух, ребят, теперь никогда не буду делать это. Ребят, мой подземный домик, так сказать, бункер. Копался и закопался. Вот этим дверь заменяли на булыжник. Я никогда больше не буду ходить вон туда. Ребята. Никогда просто. Пока мы
следующую комнату. Надеюсь, мне Майнкрафт каких сюрпризов дальше не наморочит. Что тут? Сервит. Что тут? Ой. Еще какая-то. Не-не-не, спасибо, я ухожу. Знаю я эти шахты ваши. Осталось. Ой, ребята, я больше не хочу в шахту копаться. Тут, ребята, у нас будет... столик с очарованием. Где? Ну... мне еще тут работать и работать. Пока закрываем. Делаем. Что тут? Такое. Никит, ты дома? Да, а шо? Я в Майн... я... чё это сразу это? М? Тут вообще-то... Покажи, как тут пишется имя. А, ого, надо паузу сделать уже. 55 минут, всё. Ребят, подождите. Остановись заново. Так, ребят, короче, вот такой вот домик у нас получился. Yeah.
ребят. Такой просторный домик под землей. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока-пока. Так, а что у нас в следующей серии будет? Что-то интересное. Пока выберусь. Где это ты тут? В шахте? Это все твое оборудование?